Всем привет! Меня зовут Лилия Бойко, и в этом видео я вам покажу уже наше второе жилье на Самуи в Таиланде. Если вы не смотрели мое первое видео, где я делала видеотур по нашему первому дому, то можете нажать здесь и посмотреть. И расскажу, почему, собственно, мы решили его сменить. Потому что, несмотря на то, что мы находимся на острове, там у меня складывалось впечатление, что мы живем в центре города, так как там был очень маленький дворик, сразу дорога, и в принципе было очень оживленное место. Это был пляж Ламай, его центр с отличнейшей инфраструктурой, в пешей доступности море, магазины, прогулочная типа набережная, улицы, но очень много транспорта, очень много народу, там невозможно было перейти дорогу, чтобы не ждать 10 минут, пока все проедут. В общем, мне просто не хватало природы, наверное, и более того, мы путешествуем зимой здесь с ребенком маленьким, и, естественно, было бы удобно, чтобы был свой двор, чтобы было место, где играть. И здесь, как видите, этого места хоть отбавляй, огромная лужайка, и есть бассейн, там у нас бассейна не было. И, кстати, тоже очень удобно, что там есть розетки, мы работаем в интернете. Кстати, чем мы занимаемся, вы тоже можете глянуть вот здесь, как мы, собственно, зимуем в Таиланде. И так что в этом плане очень удобно. И еще этот пляж называется Натон, и здесь самые красивые закаты на острове. Здесь вот прям в море заходит солнце. Каждый вечер мы можем наслаждаться очень красивым видом. Итак, давайте, наверное, перейдем более детально к просмотру дома. Сразу скажу, что по сравнению с нашим первым жильем он более компактный и уже явно не первой свежести. Мне он чем-то напоминает больше дачу, наверное, потому что здесь и природа, и вот ну, все самое необходимое есть, но я надеюсь, что этого будет достаточно. Прямо с балкона мы попадаем в гостиную, которая совмещена с кухней студио. И здесь, в принципе, есть все необходимое. Диван, обеденный стол, с другой стороны тумба. И что нам нравится больше всего, это огромные панорамные окна в пол, так же, как у нас было в предыдущем доме. И, кстати, когда сидишь на диване, работаешь за компьютером, то можно наблюдать очень красивый закат, смотришь на пальмы, в общем, море. Здесь виды очень на самом деле красивые и прям вдохновляют. И кухня здесь в европейском стиле, что для тайских домов достаточно редкое явление. И это очень удобно, потому что я не представляю, где хранить все кухонные принадлежности, еду, если есть только такая барная стойка, совершенно без шкафчиков. Также стоит отметить, что здесь есть фильтр для воды прямо в доме, в отличие от других домов, где нужно набирать воду платно в специальных автоматах. Ну и последнее, холодильник, ничего особенного, идемте дальше. Из окна спальню прям открывается вид на настоящие тайские джунгли, что очень нравится. Представляете, просыпаешься и сразу видишь такое буйство красок вокруг. Здесь поют птицы, какие-то кузнечики, в общем, прям настоящая сказка. И кровать king size, шкаф большой, в который можно сложить все свои вещи. Также есть кондиционер, что тоже очень удобно. Там у нас был кондиционер только в одной комнате, в спальне, в большой комнате не было. И маленькая ванная комнатка с зеркальцем. Здесь душевая кабина. В общем-то, вот и все. Как видите, достаточно скромная жилье, но самое интересное здесь именно на улице. Идемте посмотрим. Вот там
вид на горы, а там вид на море с противоположной стороны. Здесь есть небольшой уголок для занятий спортом. И, кстати, вот наши апартаменты, наша комната на первом этаже с правой стороны, там, где сейчас открыто. И вот так выглядит достаточно стильный дизайн, мне кажется. И идемте, здесь уголок для спорта, я надеюсь, начну здесь заниматься. И дальше бассейн. Сразу за вот этими пальмами море, то есть до него, ну, 70 метров, мне кажется. Просто сейчас он по цвету, оно сливается с небом, поэтому не видно вот этой черты горизонта. Но вид очень классный даже с первого этажа. Ну и здесь зона для релакса или для работы. Поднялась чуть выше по улице, она тупиковая, так что здесь нет транспорта, что тоже очень удобно для ребенка, чтобы не переживать. И вот такой шикарный у нас открывается вид. Смотрите, море, пальмы, лужайка, пляж буквально рукой подать. Что еще нужно, правда? Я надеюсь, вам было интересно побывать у нас в гостях в Таиланде. И пишите обязательно в комментариях, какое жилье вам понравилось больше, первое наше или это второе. И если вам интересно узнать больше о нашей зимовке в Таиланде, то, пожалуйста, переходите в мой плейлист «Зимовка в Таиланде», он так и называется, и смотрите прям все видео подряд. Напоминаю, с вами была Лилия Бойко. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!